Правильное ношение бюстгальтера – это не только залог комфорта, но и важный аспект ухода за грудью и сохранения ее формы. Следуйте данной инструкции, чтобы обеспечить себя нужной поддержкой и удобством. Перед тем, как надеть бюстгальтер, спустите бретели до самого низа. Это поможет вам более удобно надеть бюстгальтер и избежать ненужного давления на плечи. Наденьте бюстгальтер так, чтобы спинка находилась на уровне подмышек. Убедитесь, что передняя часть бюстгальтера находится на уровне груди. Застегните планку бюстгальтера сзади. Если вам сложно застегнуть бюстгальтер сзади, вы можете сделать это спереди, а затем аккуратно его повернуть. Регулировка объема. Правильно подобранный объем бюстгальтера должен начинаться на первом внешнем крючке. Это обеспечит достаточную поддержку и возможность регулировки. Убедитесь, что планка бюстгальтера параллельна полу и не задирается на лопатках. Если бюстгальтер поднимается вверх, это может указывать на неправильный размер. Подтягиваем бретели. Настройте длину бретелей в зависимости от личных предпочтений. Кто-то предпочитает потуже, а кто-то более свободно. Основная цель – создать комфортное ощущение без излишнего давления на плечи. Убедитесь, что бретели не слишком тугие и не оставляют следов на коже. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам выбрать и носить бюстгальтер таким образом, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно каждый день.